В Нарвской области работает 141 школа. В некоторых селах из-за непригодности зданий необходимы средства для строительства новых учебных учреждений, а в других – на капитальный ремонт. Средства были изысканы, и за последние 2 года в регионе построено 10 учебных заведений. Усен Кальбаев продолжит. Ученик 11 класса Ильного округа Джанетала Пакталинского района Алтынбек Анарбекулу не скрывает своей радости по поводу новой школы. По его словам, в современном здании, где созданы все условия, даже и подумать стыдно о неуспеваемости в учебе. Хотя нам осталось учиться всего 2-3 месяца, но мы рады заканчивать школу в таком современном здании. Не скрывает своей радости и все жители высокогорной местности. Новая школа в селе была построена за счет средств золотородного комбината «Дерюй». В современном просторном светлом здании созданы все условия для обучения. Все, что находится в школе, было закуплено в Бишкеке. Мы решили ничего из старого не переносить в новое здание. Все здесь новое. Если в старой школе обучались 525 учащихся в 3 смены, то в новой даже организованы различные кружки. В новой школе созданы прекрасные условия для занятий спортом. Я думаю, здесь вырастут чемпионы. Раньше уроки физкультуры мы проводили на улице. Там было холодно. Теперь другое дело. Тем временем, наряду с этой, была открыта и новая школа в соседнем селе Талдусу от Башинского района. Усен Кульбаев, Бөлекбай Шарымбеков, Болот Шайлыбеков. Общественный первый канал, Нарвская область.